Приветствую вас на своем канале. Бывают в жизни моменты, когда накопилась усталость, на душе просто плохо и ничего не хочется делать. Сегодня станем себе целителями и начнем самоисцеление. Если регулярно не очищать свои тонкие тела, вся ненужная нам информация, которую мы получаем в течение дня, недели, месяца и всю жизнь, накапливается в нас и действует на нас не лучшим образом. Очищать свое тонкое тело надо регулярно, так же, как и вы принимаете душ для физического тела. Эта практика не займет много времени, а эффект от нее ощутимый. Весь космос, вся система находится внутри нас. Да, все наоборот, не так, как нас учили в школе. По незнанию пытаясь запутать. Да, снаружи, если мы будем наблюдать, мы увидим небо, звезды. Давайте пойдем дальше и глубже. А если все, что мы видим, отражение нас, значит и космос – это наш внутренний мир со своей системой. Заметьте, сколько чакр у человека в теле, столько же планет и в системе. Изучая себя, мы изучаем и всю космическую систему. В космосе все по порядку. Вокруг Солнца этой большой звезды вращаются планеты, как наши чакры у человека. Начинается практика с того, что с этого момента вы становитесь Солнцем, этой прекрасной яркой звездой. Начнем очищение. Вы ложитесь на кровать, лицо смотрит в потолок. Прямо, руки в стороны, ноги на ширине плеч и принимаете форму звезды. Глаза прикрываем, глубоко дышим. Вдох, выдох, расслабляемся. Вы – Солнце. Представляем космос вокруг вас. Здесь появляется шланг. Это космический пылесос. Он будет вытягивать с вас ненужную энергию, а потом мы ее будем трансформировать. Проходимся этим космическим пылесосом по нашему телу, начиная с головы, потом шея, плечи, грудь, руки и так далее, до кончиков пальцев ног. Когда шланг работает и вытягивает с нас негативную энергию, будут такие места, где скопилась более плотная, ненужная вам энергия. Задержитесь на ней. Пусть шланг вам поможет как можно лучше убрать все эти сгустки. В нашем мире сколько убудет, столько и прибудет. Поэтому тот мусор, который мы собрали, превращаем в семена цветов. Представляем красивую поляну и засеваем эту поляну этими семенами и наблюдаем, как на ней выросли луговые цветы. Если делать это регулярно, появится легкость. А я прощаюсь с вами. До скорой встречи на моем канале.